что в этом матче некоторым образом у нас была удача. Особенно в первом тайме у нас ребята допустили несколько ошибок, которые могли стать результативными, пропустить могли. Вот это мне не понравилось и очень не понравилось. В то же время другие какие-то конструктивные действия получились лучше в этом матче. Возможно, постепенно мы находим какие-то варианты взаимопонимания, взаимодействия. Вот. Но выводы какие-то такие основательные делать преждевременно. Наша команда еще на пути становления игры какой-то, взаимодействия, взаимопонимания. Хорошо, что сегодня, я думаю, что нам давно такой матч необходим, когда ребята бы забили. Это нужно для того, чтобы уверенность какую-то почувствовать. Вот. Рассчитываю, что в этом плане как раз-таки нам этот матч поможет. Но поможет или нет, посмотрим дальше. Угу. Какие-то вопросы у собравшихся будут? Сергей Григорьевич, подскажите, пожалуйста, сегодня замену вышел в составе вашей команды Пухов, воспитанник ивановского футбола. Пару слов, возможно, почему, как состоялось его приглашение в вашу команду и, может быть, какие перспективы вы имеете насчет этого игрока? Приглашение состоялось точно так же, как и всех других футболистов. Мы их за 3 недели набрали. Такая ситуация уже была. Вот, перед самым началом первенства, подготовительного периода, у нас возможности не было провести. Вот. Ну, так уж сложилось, не по независящим уже ни от меня, ни от руководства клуба обстоятельств. Пухов попал в поле зрения наше, как и еще другие ребята, получилось пригласить его в клуб. Он совсем молодой человек, ему нужно развиваться, расти. И перспективы, как у любого молодого футболиста, можно предполагать хорошие при условии, что он сам активно будет в первую очередь стремиться к этому, работать над собой. И тогда что-то может получиться. Пока еще у него совсем молодой возраст, и многому-многому надо просто-напросто учиться. От него будет зависеть, как он дальше будет прогрессировать.